Добрый день, дорогие друзья! Всем большой привет с территории заколесного прайда. Вот они, красавчики. Шланг с водичкой и, конечно же, в летнюю жару. Это милое дело. Подходят ребята с удовольствием, пьют водичку из шланга. Вот, друзья, сейчас такая диспозиция в крымской саванне. Ребята из заколесного прайда здесь, на своей здесь большой территории. А ребята из главного прайда на территории там, возле Львиного пляжа, возле первых вольеров. И практически они не пересекаются. Особенно, когда вышли бывалые заколесники. Зевс, Алекс, Марсель, то... Сюда уже ребята из главного прайда, как говорится, не ходки. Как Наполеон говорил, в Моздок я больше не ходок. Так и здесь, уж очень большая сила у заколесного прайда. Вот, молоденькие львы, грива только формируется. Некоторые посетители, даже слышал, называют их львицами. И действительно, по размеру уже как взрослые львицы, но... Гривка только выдает, что это всего лишь навсего юнцы. Так вот, друзья, а заколесный прайд тоже, в свою очередь, не ходит на территорию главного прайда, потому что там все-таки Чип гуляет с Томочкой, а Чип, он очень такой ревнивый, горячий, несмотря на то, что уже... Годы у него не молодые, но сила богатырская есть и крутой нрав сохранился. Он даже на Чука бросается, если тот слишком близко подходит к Томочке. Поэтому ребята из заколесного прайда знают ситуацию. Все прекрасно, они знают, что где происходит, кто чем занимается. И поэтому тоже у них особого желания нет попадать под тяжелую лапу Чипа. Вот если бы был Гирей, то да. Мы помним, как он делал на беге с Султаном на территорию главного прайда. И бывало, Чук удирал от них двоих этих мощных молодых задир. Вот, друзья, отдыхают бывалые заколесники. Довольны они, что вышли на территорию саванны. В этом году попозже это случилось. Но теперь зато вот они здесь наслаждаются жизнью после зимнего вольера. Как ни крути, но в саванне все-таки лучше. Тем более, если бы их вольер был где-то на экспозиции. А так он в зоне карантина, их зимний вольер. И там... Ни посетителей, ни гостинцев. Скучновато им, конечно. Зато теперь вот в саванне нормально. Вот богатырь с какой шикарной гривой. Красавчик Зевс. Лежит мощный такой. Ну и, конечно, рядом его друг Алекс. Вот так сдружились они уже с юнцами вместе. Беляшек красавчик. В общем, друзья, такая спокойная обстановка сейчас в саванне. Такой паритет. Как видим, никаких набегов не происходит. И ребята живут мирно и дружно. Каждый на своей территории. Ну что ж, довольно-таки мудро с их стороны. Зачем выяснять отношения, если места всем хватает и вкусняшек от посетителей тоже всем хватает. Помимо тайгановской, как говорится, тайгановского меню. А вот, друзья, сегодня у них в гостях Елена Желябова была. И они получили хорошие вкусняшки. Хотя уже видно, что такие сытые не особо-то и подходят. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра. Пока-пока.